ты? Что это у нас? Все, выкупили весь, остался Energy 95, второй и дизель. Ё-моё. Вот это очередь. Ничего так. Вот вам и бензин. Я надеюсь, у нас сегодня получится хоть что-нибудь себе заправить. Ну, у меня есть, конечно, бензин, у меня еще полбака, поэтому как бы кататься можно до решения этих всех проблем, но мало ли, надо искать в любом случае. Погода сегодня неплохая, солнышко плюс, по-моему, 18 или 20 сегодня, не знаю. Ну и, в общем, как-то так. Ребята, всем привет! Солнышко сегодня, боже, такое жаркое, а на работе у меня было прохладно. Холодно. Тёма заснул. О, здрасте. Здрасте. Так он не спит, между прочим, я у него он спросила. Он вроде говорил, что засыпал. Я у него спросила, говорю, во сколько ты проснулся? Говорю, сколько было на телефоне? Говорит, по-моему, говорит, 6:38. Супер. Ай. Итак, еще одна попытка в поисках бензина. Да, он выключен. Ну, давай заедем. Я хочу зайти именно расспросить, может, карту оформить. Приложение спросить оформить, да? Ну и что ты скажешь? Так, что хочу тебе сказать. Во-первых, чтобы карточку оформить, надо звонить на горячую линию. Там они уже с ними разговаривают, там уже все будет. Они там будут то ли как почтой присылать, то ли что, не знаю. Во-вторых, бензина нету. Как называется, мертвый остаток остался. Да, остался, да? Да, для каких-то этих самых целей. И все. Больше нету ничего. И вряд ли скоро будет, там есть кое-какие новости. Ага. Романтика. Да? Это слово. Поэтому вопрос заключается в другом. Каким бензином, блин, заправляться-то? Ставим Санату, берем Мосика? Да, прикольно. Там хоть в очереди постоять, но еще есть. Прикольно, прикольно. Погнали. Сейчас возьмем. Че, будешь порошок брать еще, да? Да. Красный не, вот это новенький какой-то, да? Наверное, да, я такого раньше не видела. Ну бери, для чего он хоть там, ты прочитала? Для всего, универсальный. Универсальный? Да. Так, взяла еще одни перчатки, блин, с ума сойти. Те какие-то, а ну держи. Те так. Перчатки у меня как были. Я их одела, а у меня пальцы просто попротирались на одной, на второй руке. Понятно. Что говорите? Прикольно. Я сахарницу нашла. Ну бери. Да я понял, ты темную можно, хотя бы такая, как наша, только она будет с ручками, да? Да, она будет удобнее. Все, взяла, ушла. Нормальную, смотри, чтобы целенькое все было. Да, удобно, как бы. У нее, кстати, цена нормальная. 4. Или 49, или 38? 38. 38, идеально, пошли. И... пошли, Тёма. О, надо тебе. Желательно кричишь. Не, спасибо. У меня на работе неплохо получается. Ого, а что я не заметил? О, да, прикольно. О, это актуальненько сейчас, да? Давай что-то еще. Идем через... салфетки, можешь? Через Кию. Кию? Идем сюда. Кию! Обойдем. Кию! Давай. Ключи. Багажник закидывай и все, и пошли дальше. Ключи, я не хочу тебе ходить так. Ну, это улетит, наверное. Давай, хорошо. А знаешь, как значок не улетело? Как-нибудь. Вот и туда. Порошочек туда, да? Вот туда. Она. И в машину. И вот сюда. Вот. И сильно далеко не улетит. Так, ключи у меня в руках. Желательно, да? Желательно. Все, пошли. Все, идем. На. Итак, тебе какие? А давай все, срок годности. Что у нас? 0,5. 4, да? 5, 6. 7, 8, 9, 10. Какая этих 10 штучек будет? Еще что-то будешь? Ну, не, давай не тем, вот этот мы брали. Все, 5 штук, все, пошли, я взял там, идем. Правильно, себе поколотил, мне поколотить моей палочкой из моей сумки. Автомат нам не дал ложечку. Не захотел он это сделать. Хотя мы брали для другого магазина эти палочки. Слава богу, они есть с собой всегда. Типа. Да все, там хватит, там все нормально. Тяни. Одной рукой. Завтра. Да, вроде тяни одной рукой, он взял, забрал. Я там дополнительный сахар сделал, такое ощущение, что там нету дополнительного сахара. Может, там вообще нету сахара в автомате? Ну, не знаю. Смачного. Спасибо, вам тоже. Дякую. Очередь там. И вперед погнала очередь.
Это все? На заправку. Как много машин, это капец. Ну, хоть есть бензин, это радует. Сори, бензин есть только на определенной заправке. Нашего нету, а только на одной есть. Так, сейчас мы идем к одному магазину, а то тема сильно быстро растет. Вырос уже со всего, чего только можно. И надо ему что-то купить, чтобы он мог на улицу спокойно ходить гулять. Правильно, Тёмочка? Чтобы девочкам нравился, да? Тём, иди сюда. Тебе нравятся такие? Нравятся? Нет, а какие показывай? А такие? Если помощь. Ну давай, хотя бы. Ребенок сам выбрал, понятно? Я понял, понял. Бабуля, в магазине нашла такой классный костюмчик, такой хорошенький, светлый, с салатовым, яркий. Но только прикол в том, что там написано «лап». Короче, он девчачий. А мы приехали до парка, до фонтана точнее. Он работает так классно, все это. Но только я смотрю, похолодало на улице, надо одеть кофточки. Ты же взял кофточки? Шо, не, я вроде что-то видела. На самокатах, на скейтах. Вау! Прикольно. Фонтан. А, классно. Вечером, если включают подсветку, то намного, конечно, красивее. Холодное? Да? А? Капец, холодное. Спунь. Мы позвучили хаги-ваги поиграться. Всем нравится. Ему очень-очень нравится. Это что? Зая, а пошли пройдемся вот туда, до того железного магазинчика. Спросим москвич. А вдруг появился? Пошли, 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 пойдем в Волга, пошли. Аккуратно. Молодец. Все, слазь. Тема, блин, я мокрая, слазь. Слазь, слазь, ты тоже уже мокрый. Ныряй. Ныряю. Там холодно. Классный фон, да? Да. Класс. Вот это... А, Тёма, смотри, какой ковер пошел. Это ковер все равно. Такой, как у нас. Только там более длинная шерсть. Смотри, как деревья, прикольно, Тёма. Ого! Какие высокие. Круто. Угу. Блин, красивые, да? Угу. Так ровненько все, да? Угу. Дерево чудное еще. Прикольно, да? Как бы с рогами на меня вот так бат. Залезть на него можно, сидеть в нычку. Тёма, вот это у тебя руки ледяные. Так он мокрый. Да. Все, мы решили, что мы проголодались, и решили пойти в KFC, попробовать их бургеры. Там уже написали, что вы говно кушаете. Да? Ладно. Ну так нечестно. Они типа до 7 работают, но люди там еще есть. Ну они-то едят и будут. А сюда можно? А сюда зайти можно? Я зайду. Значит так, там время было исчерпано, хотя смотри, тут еще нету 7. Слышишь, видишь, нету. Мы сейчас едем в магазин, я покупаю все, что мне надо, и делаю еще круче, чем KFC дома, и обойдутся они, все. И будет домашнее, натуральное, вкусное. Заканчивается бензин. Бананы. Так, взяли домой витаминок банан, а я вас нашла. Вы соль нашли? Блин, Зайка нашел мне соль. До этого не могли найти, а сейчас нашли. Ну, подержи. Что-нибудь. Спасибо. Тартельки с сыром. Вкуснятина. Это будет у нас до молодой картошки. Тёма решил себе палку колбасы взять.
все съесть сам. Тёма, ну надо твое мнение, какой и цвет лучше? О, вот какая там красивее. Бам. Вот это красивее, я тоже так сказала. Держи. А мозги оставляем тут. Пёсик, а пёсик, пёсик потерялся. Где там мой? Где папа? Папу нагрузили, папа идет. Ида. Порошок, очень вкусно пахнущий. А у нас там есть и там, и там, и там. Нет, у нас есть только вот там и вот серьезно? Этот, и все. А, ну ладно. Вот там есть еще, но то другой. Так, твои бонжурики. Вот эта штучка, сушилка для этих. Не рви. Для тарелок. Не рву. Где картошка, зайчик? В холодильнике. Что там с ней упало? О. Ну, Таня предыдущую угробила, просто где-то что-то с ней сделала, не знаю, что. Постирала, да. Короче, не знаю, что-то с ней случилось. Короче, я ее постирала не руками, а в машинке, и она скомкалась внутри. Салфетки. Перчатки еще. Какие-то белые. Вроде. Это какие-то новые, таких да, не было. Вроде нормальные. Пощупают, печенька. Давай, сахарница. Пойдет. Носки Тёмины. Смотрите, какие классные. Миньончик и миньончик. Семечки. Оливки. Вкусняшки. Колбаса. Чисто Тёмина. Соль. Сосиски. Зайка нашел 3 в одном. Ананасы. Сырок. Клей. Клей. Бананы. И хороший мне пакетик для работы. Все, так, сейчас надо разогреть, покушать. Есть картошка молодая и сосиски. Быстренько в микроволновку. Сосиски распечатал и пошли кушать. И тоже микроволновку. Мне без. Я буду сырые кушать. Так они и так будут сырые, просто так будут теплые. О, ну разве что. Просто же будут теплые. На час. Я хотела на разморозку поставить. Хватит? Ну, я даже не... Ну, хотя так может я потом попробую, да. Конечно, ее перевернуть. Перевернуть. Так, сосисоны. И распечатать. В прошлый раз сразу не распечатала, было... Но это не такие, это не натуральные, случайно? А они одинаковые волочки, что там было, что тут. Мяу. Прыгай. Куда? Где сосиски? Через это... Нема, съела. Не. И вот так. И ой, вот да так. Ладно, редиска завалялась где-то. Да. Да, да. Ой, давайте хоть за сегодня покушаем. Хотя бы разочек. Приятного аппетита. Будет хорошо. Вам тоже. Классно. Тухни. Ну что это такое? Увага. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ти розумієш, я тільки собралася собі приготувати на роботу вкусняшку завтра. На завтра. Ну, іди, потім побачиш. Ну, от як сюди. Не сумнівалася. Вирубаємо все. А Тьомі якраз ложиться спати. А Тьома тільки, знаєш, що сказав? Мама, давай, якщо я от зараз, от через одну хвилину ложусь спати, ти мені даєш 5 гривень. Окей. І тут почала. Так, я надіюсь, мене видно. По крайней мере, должно быть. Ты чё? Новая сахарница, помытая, вытертая. Ну вот, совсем другое дело, так хоть удобнее и хорошо. На место. Дальше я на завтра себе сделаю на работу омлетик с овощами. Овощи. Яички. И сосиски. Так, а ну что мне... Одни овощи у меня нормальные, а вторые у меня 2 пакетика. Видите, и там по чуть-чуть. А тут надо разморозить. Так, ну сколько же его яиц-то делать? Раз. Так, этого хватит. Трошки, сольки. Венчик.
Как хорошо, когда есть венчик. Да давай. Добавить сюда молочко. Вот это будет омлетик. Стояла и думала, блин, нету зеленого лука. Как плохо. Как вообще, ну, с луком было бы реально вкуснее. А потом вспомнила, стоп, у меня же овощи. А во всяком уже есть. Нет. Мои любимые приправки. Так, грубо говоря, омлет есть, осталось поджарить овощи, туда его залить. И... делаю вот так. Но пока это выглядит вот так. Но на деле потом будет вкуснее. Теперь это все дело разровнять. Посолили, поперчили, все, что надо, сделали. И это все мы залили. Сейчас оно там распрямится. Где шо, куда. И назад на сковородку. Горяча. До уха надо сразу, до уха. До мочки. Накрываем. И пускай оно себе томится, делается, жарится. Я добавила туда чуть-чуть соды, и он так А я сделала, он сделался. И вот так эта вкуснятина выглядит. Выглядит супер. Да. О, прицепила. Тревогу у нас еще не отменили. А мы сейчас будем ложиться спать. Простите за то, что реально такое, вроде немножко коротенькое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте за колокольчик. Огромное спасибо за поддержку. И всем пока. Кстати, еще хотела сказать большое-большое спасибо всем тем, кто на прошлом видео написал свое мнение, свои комментарии. Мы много всего прочитали, особенно Сережа. Большое-большое спасибо вам за ваше мнение.